have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Сегодня мы с вами в Cursed Island, он же Проклятый остров. Давненько мы сюда не заходили. О, как раз и раунд закончился. Как вы знаете, мы с очень большой теплотой относимся к этой игре, потому что, кроме того, что она очень приятная, красивая, тут хорошо находиться, хорошие механики. Тут интересно, но и к тому же, если вы помните, это была наша первая серия по Роблоксу. Вот, поэтому эта игра для нас имеет особое значение, и мы такие решили сегодня немножечко вспомнить, и почтить эту игру и побаловать самих себя, сыграв в нее. Здесь реально очень прикольно, очень хорошо находиться. Что за человек туалетная бумага? Это че? Он американец! Че, не знаешь этого чувака? Это же туалетмен. Нет, это американец. Сейчас все американцы состоят на 34% из туалетной бумаги. По-моему, из того, что у них там сейчас происходит. Блин, че вы все сюда побежали? Нет, меня не убивай, меня не убивай. Я тебя не убиваю, не убивай. Я хотел эту девчуху помахать. Все, мы тиммера. Пойдем на тот остров, сейчас всех заразим. А, прыгни в воду! Убейся об стенку, блин! Так, у нас там лезвие рядышком. Слушай, хорошо, удачно так получилось. И мечи достались, и все. Я уже даже на секундочку хотел спросить, как ты так делаешь, но у меня же оно само где-то здесь было. Так, head bounce, вот это. Чпок, тынь. Все, поехали. Давай, к туалетмену. Да, к туалетмену. Что у нас там в чате происходит? Уу, что это было? Че? Не знаю. О, кракен забирает. Кракен забирает остров, проходит по правому флангу, забивает. Гол! Ай, на лоб, блин! Черт. Ходу, Карл. Там сейчас кирдец будет. У меня есть одна тактика, еще можно сделать. И ты ее будешь придерживаться? Да. У меня была тактика, я ее придерживался. Я прыгнул на НЛО. Пусть он тратит топливо на тех ребят сейчас. Черт, пукан. Вулкан, клетка. Ой-ой-ой. Вулкан. Да я и говорю, что этот вулкан-то вылез, надо валить отсюда. Чувак, так... Чисто теоретически, теоретически. Тебя вулканом пришибло? Да. Блин. Я говорю, чисто теоретически, чем дальше ты от него находишься, тем вроде как безопаснее. Хотя я не думаю, что кто-то может... Все, ой, чувак! Ох, как тебе повезло-то! Ох, как чуваку повезло, его торнадо выкинул на остров с колодцем. Все, дай мне сюда. Ты что, реджойн использовал? Да. У меня тоже есть один бесплатный реджойн еще. Кто сказал, что четырить? Конечно, человек из нации четырианцев не будет четырить ни в коем случае. Кто сказал? Нет! Блин, до свидания. А у меня бесплатный реджойн. Опять... где мой бесплатный реджойн? Почему у меня... почему он 10 робаксов вот теперь так стоит? Вот. Ладно, я вам это припомню. Хорошо, этот раунд мы проиграли, согласен. Что можно купить за свои деньги? Напомни, сколько там машина стоит? Машина стоит 500 алмазиков. Блин, у меня 101 алмаза не хватает. Я хотеть машина. Все еще можно по стенкам лазить? Блин, прикинь, по-моему, они убрали эту опцию.
Мне чуть не повезло, походу. Что такое? Я израсходовал все свои алмазики. Какие-то непонятные штуки. Да вполне понятные штуки, что непонятное-то. Я получаю очень много монет, но не получаю алмазики. Сундуки надо открывать. Я открывал сундуки так. Так и да. О! Вот сундучок, например. Сейчас что я его заберу. Есть? Так. Что же мне сегодня надеть? Открываем сундучень. Давай, например, вот этот. Ай, косметика. Там был второй сундук. Ладно, потом. Просыпаемся на острове. Ладно, первая карточка разогревочная была, нормально. А почему никого нету? Смотри, на Пантеоне только первое и второе место. Никого нет на третьем месте. Странно. Странно. Блин, стекло, ну ломайте стекло, а! Ломайте стекло! Ну оно теперь стало дольше ломаться. Раньше 3-4 раза нужно было, чтобы сломать. Сейчас нужно, по-моему, видите, раз 6. Стекло не ломается. Нет, оно ломается, просто не вон. О, сломалось. Видишь, они вон... Ты чё ко мне пришла, Адя? Знаешь, Адя очень похожа на Гадя. Да блин, опять стекло. Оно тебя преследует. У меня здесь, по-моему, есть флеш-тестер. Так, я пока постою на этом острове. Вали! Вали! Так. У меня есть флеш. Нет! Эстера, нет! Блин! Живой? Нет. Блин. Что-то она... Я же говорю, что-то с торнадо сделали, оно прям стало таким... Слушай, мы тестеры. Почему? У нас есть флеш-тестеров. Прикольно. Так, как бы под вулкан-то не попасть? Ох! Минус! Блин, не надо! Да ёлки-палки! Все равно вулканом пришибло. Не, ну вулкан это читерская штука, так нельзя. Это не круто. У меня есть реджоин? Да, бесплатный реджоин. И опять в деле. Зря ты реджоин в прошлой катке, наверное, использовал. Ну ладно. Да, зря. Так, чувака там сейчас раскрутит. Как вы приземляетесь на остров после торнадо? Чего это за, что за люди-то? Они везучие люди, понимаешь? Очень везучие. Так вообще это незаконно. Важно. Ой, я вижу, ты там на тачке рассекаешь по берегу, на кабриолете. Такой ла-ла-ла. Такой чувак. Блин, я хочу машину. Надо будет подкопить себе этих джемчиков. О, молодец, это самоубилась. Рубины. М? Это рубины. Ну, рубинов, какая разница. Драгоценных каменев. Все, я потратил абсолютно все свои рубины, и теперь, если появится какой-то апдейт, и будет дорогая вещь, у меня нифига не хватит денег. Я тебя с этим поздравляю. Ого, чего вы пирамидку нам не строите? Ну, вот хочется и... Переходь. Так, наверное, я свалю отсюда. Возле колодца постою, посмотрим. Почему я не могу обменять рубины на эти дебильные... О, минус три. Ну, вот так вот. Блин, у меня есть 10 тысяч монет, я хочу это все поменять на рубины. О, еще одного чувака выкинуло, хорошо. Блин, а чё так много... А, все реджоин поиспользовали, наверное, потому так много народу. Mm-hmm. Может быть. Не круто. Чё вы все ко мне-то понабежали? Оу, оу. Что со мной? Смотри, какой я пальцы застыл. Смотри на это. Как будто я забираюсь на чувака. Слушай, прикинь,
я получаю плащ Тестера просто за то, что его живот. Ну правильно. Ну игра же уже нифига не... Блин! А, фух, я думал, это вулкан, это меч прям рядом с нами. У чувака картошка, а мы в клетке! Та-та-да! Да, приятно вам сдохнуть там, давайте, на здоровье. Они все АФК, они не понимают, что это. Не-не-не, никто не АФК, он чувак за мечом побежал, картошка взорвался. Чувак получил меч. А прикинь, если он прыгнет в клетку? Не надо. Закончить, ботинки, ботинки, закончитесь! До свидания, меч. Ой, блин, это было крайне бездарно. Ну, да, эта игра славится тем, что ты можешь быть в одну секундочку всем, потом сразу такой, опа, и никто. Три острова и сколько? Пять человек. Чё так дофига? Это не добежит. Не добежит! Да, не добежала. Я думал, она сейчас такая прыгнет в последнюю секунду. Нет! Ты так быстро... Нет! Нет! А теперь я не добегу, я красавчик, блин. А, ну все, я понимаю, ты любишь. Придется оставаться на... НА! Ледяном острове. До свидания. А там торнадо! Фух, хорошо, что я здесь остался. А прикиньте... Минус. Так, все, остались мы втроем. То есть мы точно попадаем на пантеон уже. В смысле? Почему третье место? Мы же... Ладно. 51-й. Ты у нас самый старичара тут. А у меня 44-й. Я тоже. Блин, посмотри, какая мелочь собралась. Блин, что там. Ну ладно, есть еще фестбой 37-го уровня. Ой, сразу НЛО прям сходу вот так вот, а? А, у нас это, он активировал донатную штуку. Блин, душитель идет. Если он ко мне подойдет, я просто сделаю мою секретную тактику. А, чевиху с мечом выкинул. А, офигеть, какая она везучая. Видел? Нет. Он ее выкинул в воду, и в этот момент вода закончилась. Все, она пошла всех рубать. До свидания. Че так легко, а? О, кракен. Фу, блин. Хрюкен. Там 4 человека с мечами. 3, 2, 1. А почему вы друг друга не перебили-то, блин? Не иди ко мне, не иди ко мне, не иди ко мне, не иди ко мне, не ко мне. Нет. В другую сторону иди. Не иди вообще никуда. Прирасти ногами там, я не знаю, сделай что-нибудь. Опа. Ой, как она лагает. Есть немножко. Но, тем не менее, она победила между тремя. Лёд. Опа. Не, ну я люблю лёд. Лёд-то круто. Ой, лёд это отстой. О, я там на пантеоне на втором месте. Хотя мне сказали, что я третье место. Я вон там танцую на втором месте. Надо было посмотреть на себя на пантеоне, пока я был там на берегу. Ладно. Ой, я что-то мог упасть, только что. Мог. Не, ну лед это... Не вулкан! Нет! Вот, девушка думает, то, что лед это стекло. Прыгать на нем? Да. Я, в принципе, тоже прыгаю, чтобы я не крутился. Пойду-ка я отсюда. Тоже, пожалуй, пойду отсюда. А откуда ты НЛО взял? Ну вот так вот он НЛО взял. Он к нам должен прийти. У меня меч. Я седлаю тебе НЛО. Чувак от меня упрыгивает. Я ему ударить не могу, прикинь. Он от меня упрыгал, лягушка фигова. У меня 5 секунд меча осталось, ну ладно. Я его ни разу ударить не смог. Не умею делать секретные штуки. Я очень долго в это играю, я знаю, что делаю. Фух. Так, у меня это мясорубка вылезла. Мясорубка это защита от картошки, кстати, если чё. Знаешь, такой подходишь к человеку и говоришь, мясорубка защита от картошки, и все, и поехал в дурдом, потому что тебя туда сдали. Чувак говорит, что у меня крутой костюм. Да это офигительный костюм. По-моему, вообще лучшая фишка в игре, тачка. Смотри, вулкан с торнадо. Вот это, короче, такого, к такому жизнь меня не готовило. Вулкан от торнадо.
мой меч. Да я забирай, только ты с ним никуда не доберешься. Сейчас закончится... Добрался, блин. Ботиночки активировал, ты глянь. Ладно, одного зарубил, согласен. Молодец! Молодец просто! Офигительный ход! 10 из 10. Я прыгну в вулкан! Пойду я этих зарублю. Да у тебя меч сейчас закончится, ты не успеешь. А куда вы? Чё вы ко мне-то бежите? Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш с моего острова, блин. Ай, ну зачем? Блин. Я не те ботинки использовал. Ну нафига ты прыгнул-то? Я просто не те ботинки использовал. Как так? Надо чувака на стекле подставить. А, нормально, к нему девчуля пошла подставлять. Так, 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 давайте. О! Чё там? Летучая тарелка НЛО. Активирую ботинки скорости. Надю. Это ботинки прыжка. Опа-па! Давай, выкидывай этого чувака от синего. До свидания. Первое место. Именно в этот момент, когда ты его отпустил в воду, у тебя тарелка пропала. Она не пропала. Вон, я на первом месте. Я на первом месте. Да, да, да. Сундуки. Я потом пооткрываю сундуки. Пофиг на сундуки. О, мне дали один меч и одну штуку для возрождения. Прикинь. Круто. Круто. Так, давайте, я думаю, что мы еще один раунд успеем сыграть. Кстати, вот это стало сейчас нечестно, потому что раньше ты просыпался ровно на серединке острова, а сейчас ты просыпаешься и чуть-чуть смещен в сторону. Вы же знаете, в чем фишка стоит на серединке. Если вылезет мясорубка или что-то... Блин! Ты что так это, жестоко-то? Все, не трогай меня, не трогай. Не трогай ее тебя, я этого чувака добил. Мы тиммеры. Так, я пошел сюда, к этим трем. Давай, иди туда. А как я не умер сейчас? Никто не подскажет? Да это этот попрыгунчик от меня... Блин! Второй раз он от меня упрыгал. Ну что так? Как блин, так-то? Зря ботинки использовал. Я их так сильно хотел. Нет! Тучья тарелка! А! Я скажу да. У тебя есть борода? Нет, все, ее забрали. Я на нее съел. Топчи ее, чтобы она не взлетела. Утаптывай, просто берешь и прыгаешь по тарелке. О! Базу с тарелкой точ. А, я базу не выкинул. О! До свидания. Я прямо с торнадо вылетел. Чувак, закончи бензин. О, все, молодец. Ой, ну все. Он отдал тарелку. Его же сейчас и сварит. А тарелка закончилась! Что за фигня происходит вообще? А чё нас так много? Ой, блин! О, меч! Ну как бы меч, да. Ну как бы, да. А я в клетке! У тебя же ботинки есть. Есть, но я... О, чувак забрал меч. Только не прыгай к нам теперь. Ботинки дорого стоят вообще, понимаешь? Согласен, согласен, я тоже. Мечку желтая это скорость, да? Желтый это скорость. Желтый бот и скорость, да, да, да. Я просто случайно красный врубил тогда. Красный это обычно порожок, а синий, который. Это голубые. Гравитация, да. Это гравитация. Так, надо бы, наверное, свалить отсюда. Рисбзг. Это. Извините, вы француженка? Что за имя? Рисбзгз. Нет, блин! Блин! Ну ладно, француженка. А, она вроде тоже живая. Так, ну-ка, 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 живем, живем пока что. Не, ну я живу. Я всегда буду. Нужно просто вроде по центру подождать, стоим. Пока батут не пропадет. Прикинь, под батутом стекло сейчас... Ох, блин! Нет, нет! Меня гравитация спасла!
неудачника. О, чувак портнулся с мечом. Он сейчас там зарубит троих. Минус три. Давай, киллстрик. Не надо ж ко мне идти. Ты что, дурак, что ли, совсем? Все, у него меч закончился. О, тостер включился. Что-то я давно тостера не видел. Его не было, по-моему, ни разу в этой серии. Тостер давно не включался, знаешь. Нормально. Так, сколько человек осталось? О, минус. Куда их выкинет? Ко мне! Зачем ко мне-то? Я вас не звал, идите нафиг. Не, ну я бы на самом деле для своей же безопасности залетел бы в клетку. Ну не знаю, прикинь, там вулкан вылезет. И все. И как бы ГГшечка. Было бы не круто. Не, ну я бы вовремя залез в портал, он бы меня не тронул. Блин! Нет! Нет! Чёртово лезвие! Я не успел залезть на середину лезвия, блин! Как же мне повезло! Я опять на остров с торнадо упал. Я тебе хоть грушу соперу. С обиды. Чё я такой везучий? Давай, давай, да, это, доигрывай, я хочу, чтобы ты выиграл. Я пока... У меня в любом случае есть такие мелкие читы. Легальные читы. Сундучки пооткрываю. 110 монеток. Ох, как страшно. 27 монеток. Как же тут страшно. 183 монетки. Так. 480 монеток. Ну, классно. Давай, выигрывай. Лед, лед, лед. Не люблю лед. Снег круто, а лед нет. Я пойду, пожалуй, на портал. Если Хрюкин появится, то я запрыгну в портал. Хрюкин засасывает только пустые острова. Хрюкин не может засосать остров, на котором нет человека. На котором есть человек, он засасывает только пустые острова. Видишь, вот ты ушел оттуда и появился Хрюкин. Картошка! Картошка! Вали! Повезло. Он сейчас за тобой полетит, что повезло! Да не, не. А, все, портал исчез. Хыдыш, подойди к ней, взорвись вместе с ней, блин, шахид чертов. Молодец, послушался. Давай, я первый. Я так много людей убил, я так долго убегал из всего этого. Сейчас вас обоих выкинет, короче, будет ничья. Да. Я медленнее умер. В смысле, я второе место? Лучше ты раньше разбился. Ладно, ребят. В общем, вот так вот мы сегодня покатали. По-моему, офигительно круто было. Не знаю, нам очень понравилось. Да, круто было. Надеюсь, вам тоже. Поэтому заходите, играйте. Эта игрушка просто офигительна. На этом у нас пока что все. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.